Хочешь выиграть такой спиннер или антистресс виноград? Тогда смотри видео и узнаешь, как это сделать. Ребята, всем привет! Сегодня у меня будет пасхальный спецвыпуск. Ну и как вы поняли, он будет вместе с моей вафельницей. А раз это пасхальный спецвыпуск, значит в нем будут делаться вафли, связанные с Пасхой, как вы поняли. Итак, из чего же сегодня я буду делать вафли? Самый главный ингредиент это, конечно же, Пасха. Вот такая вот Пасха. Ой, я думаю, наверное, это будет сильно большая Пасха. Но у меня еще есть одна. Вот такая, наверное, будет в самый раз. А кроме Пасхи еще будут яйца. Но не простые яйца, а золотые. Вот такие вот золотые яйца. Ну, а еще тут есть красное и синенькое яичко. Но это не обычные яйца, а шоколадные яйца. Ну, а еще на десерт будут вот такие вот свечи. А теперь я включу вафельницу и хорошенько ее разогрею. И вспомню, как же жарить вафельки. Вафельница уже хорошенько нагрелась, и можно приступать к приготовлению первой вафли из Пасхи. Ну что же, в результате вышел вот такой вот мини-блинчик из целой Пасхи. Пасха стала очень похожа на печенье, посмотрите сами. А теперь вторая вафля из вот таких вот шоколадных яиц. Как видите, из шоколадных яиц получились какие-то шоколадные шайбы. Хотя вряд ли в них еще есть какой-то шоколад. Потому что, как видели, весь шоколад повытекал из вафельницы. А теперь настало время делать последние вафли из свечек. Ребята, а свечи, как вы видели, растаяли очень быстро, но зато они очень-очень долго застывали. И получилась такая вафля, которую я теперь даже не знаю, как снять. А еще в этой вафле вышли вот такие вот, как будто беленькие какие-то червячки. Так, это была последняя вафля, теперь надо идти как-то мыть эту вафельницу. А теперь я расскажу о конкурсе, в котором я разыграю вот такой вот спиннер или антистресс виноград. Для участия в конкурсе нужно, как обычно, быть подписанным на мой канал, поставить лайк под этим видео и написать комментарий. А результаты будут в группе ВКонтакте, когда под этим видео наберется 500 лайков. Ссылка на группу в описании, вступай в нее, чтобы не пропустить итоги конкурсов. Ну что же, вот такие вот три пасхальные вафли сегодня я приготовил в своей вафельнице. Я надеюсь, что они вам понравились и вы оцените это видео лайком и хорошим комментарием. Ну а напоследок я хочу пожелать вам и вашим близким счастливой Пасхи. А на этом у меня сегодня все. Всем пока!